Когда бы хотелось вам отпуск? В ближайшее время, конечно, очень бы хотелось. А вообще летом какие страны посещали, где были? В основном все в России. Расскажите, вот где были в России? Так, это сложно. Вспоминаем. Соответственно, Москва, Санкт-Петербург, Нижний, Дагестан, что еще, Ярославль, ну какие-то ближайшие такие, и наш юг. А вот в каких странах были? Турция, Египет, все. В Крыму, в Сочи были, есть Геленджик тоже. В студенческом отряде буду кобеля копать. Где? По Иваново, по Ивановской области, где у людей проблемы возникнут с электричеством. Туда и поедем. А где уже вам удалось побывать? В каких странах, может быть? Или по России путешествовали? В Турцию ездил, в Египет ездил, в Россию, в Крым и в Сочи ездил. В Абхазию ездил. Очень понравилось. Там классные тусовки. Вот. Ну и вино очень вкусное. Мне эта граница не нужна, мне и в России хорошо. Ну, я водитель экскурсионного автобуса. Вот, ездим Питер, Казань, Юга. Вот, предоставляем людям отдых. Прямо сейчас мы видим, как ивановцы отдыхают. Это еще не наступило, они уже готовы. К отдыху. Ну, давайте. Ладно. О, отдыхаю. Ну все, прям как на пляже. Приезжайте в Иваново. Здесь очень классно. Можно окунуть ноги. Но не советую. Стал себя чувствовать свежо. Освежился, да, чуть-чуть. А какие страны хотели бы посетить? Вот у вас есть мечта какая-нибудь? Кубу. А почему? Ну, там по-русски говорят. В Китай бы поехали. А еще? Куда еще? В Таиланд можно съездить. Мне бы, да, хотелось в Америку почему-то. Америку. Как еще раз? А в Америку. А может, все-таки лучше вот у бабушки в деревне, там шашлычок, банька, помогать по огороду? Ну, по огороду помогаю. У меня есть дом частный. Поэтому как бы... Но времени нет совсем. Да. Да, трудиться нравится больше, чем лежать. Ну, всем ивановцам, наверное, больше пожелаю это не сидеть дома, выходить на улицу, отдыхать, веселиться. Ведь, как мы знаем, движение – это жизнь. Нужно наслаждаться этим.